Покраска потолков, пожалуй, самая проблематичная часть ремонта. Значительно упростить и облегчить этот процесс поможет краска «Симпатия» от торговой марки «Эскара». Хотите знать как? Смотрите дальше в нашем видео. Вначале, как полагается, подготовим поверхность. Зашпаклюем трещины и выбоины шпаклевкой «Люкс-Про» «Финшпакель». Чтобы краска не залезла на стены, обклеим стык стены и потолка малярным скотчем, после чего прогрунтуем поверхность. Когда грунтовка полностью высохнет, а на это необходимо минимум 2 часа, можно будет переходить к покраске. Перед началом работ краску следует тщательно перемешать. Для наилучшего результата рекомендуем использовать валик с длиной ворса 12-15 мм и с шубкой из микрофибры со срезанными краями. Это позволит равномерно распределить краску по поверхности и создаст среднюю по шероховатости структуру. Отличительной особенностью симпатии является увеличенное время высыхания, что дает возможность дольше обрабатывать окрашиваемую поверхность, тщательно раскатывать краску и при необходимости корректировать нанесение. Краска симпатия позволяет удерживать так называемый мокрый край, что в свою очередь препятствует образованию полос и следов переходов от фалика. Еще одним плюсом краски является ее абсолютная матовость, благодаря чему не будут видны мелкие неровности потолка. Как вы только что видели, потолок укрыт великолепно и без малейших недостатков. Все это достигается благодаря инновационным высококачественным компонентам, которые, к слову, абсолютно безопасны для человека. Симпатия произведена в соответствии с самыми жесткими экологическими требованиями. К примеру, содержание летучих органических соединений составляет не более 30 грамм на литр, что полностью соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/ЕС. Покупая симпатию, вы не переплачиваете за бренд, а приобретаете краску, которая идеально укроет потолок без полос и других изъянов. Выбирайте качество и долговечность. Помните, жизнь полна красок. Увидимся!